Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сейчас вот заскочу в магазин, кое-что надо купить. Иду я в магазин, называется Фрешко. Вон как раз вывеска. Хочу показать, вот посмотрите, здесь еще один новый магазин открылся. Каннабис продают. Ну, марихуана, коноплян. В общем, вам понятно. Ну, как вы видите, у нас в кавычках чистота и порядок и супер ровные дороги. Сейчас вот пока мы топаем магазин, тут и парковка справа, там за парковкой задние двора домов. В общем, дома такие супер старые, вот посмотрите, кошмар. Решила в магазине флаер взять, но сейчас вдруг что-то забуду, чтобы можно было посмотреть. О, у них корзинки поменяли, смотри, какие яркие. Так, там джинджер кто-то стал. У них клубника по скидке $2.99, 454 грамма. Вот хожу вокруг, ищу что-то найти, пока не могу. Мне кажется, по-моему, я слишком поздно пришла, и вот уже разобрали всю. Вообще в единственный магазин, видим, там алоэ, в общем, листики, как это назвать, продавали. 2,99 штука, представляете? Удивительно. Вот, видим, у них рикотта, сыр по акции. Сейчас возьму, как всегда, последний остался, который просто без этих... Это у них тут обезжиренные, там еще чего-то, в общем. Ну, смотрю, какой из них самый свежий. Думаю, если другой сорт будет посвежее, возьму его. Но оказались они, в принципе, все одинаковые. Ну, смотрю, у них тут еще на бутерброды, вот, на колбасы, мясо, вот, по акции. Я в другой магазин взяла дороже, но и у них небо, которое мне нравится, вот у них как раз тут, вот, у нас тут называется roast beef. Это говядина, в общем, запеченная получается, потом тонко нарезанная для бутербродов, хорошо детям в школу давать.
Ну, сейчас на секундочку остановлюсь, посмотрю, что мне еще там надо купить. Что-то с головы все вылетает. Ну, тут у них сосиски, сардельки, в общем, такие для хот-дога по акции. Сейчас думаю взять, думаю сделать на выходных, может быть, хот-доги. Ну, знаю, что помощнику моему понравится. Ну, сейчас смотрю, тут разные варианты, смотрю, с чего они сделаны, какое мясо внутри. Ну вот, в итоге взяла вот такие вот большие говяжьи. Думаю, будет в самый раз. Да, посмотрю, вроде белая рыба у них, не знаю, как на русском будет, ну, одна из разновидностей по акции, 850 грамм, 5,99. Ну, как бы непонятно, как, где, чего, поэтому решила не брать. Тут опять нашла эти сосиски. Сейчас посмотрю, если еще какой-то другой вариант говяжьих есть. Ну, оказалось, что это единственное. Ну, я их и оставила. Ну, конечно, сейчас хлебушек возьму. Вот мы сейчас покупаем такие вот нано, они как фиты, лепешки, ну, что-то вот такое вот. Вот, когда погреешь на сковородке, даже они вообще супер вкусные становятся. Ну, сейчас тут йогурт, по акции сейчас тоже йогурт возьму. Йогурта тоже нету, вот 3%, который я обычно беру, все разобрали. Сейчас
возьму другой, обычно вот это халал брала, сейчас возьму тадахи, потому что того нету. И этого только осталось, получается, 3%, 2. Но я оба и заберу. Ну вот смотрю на пустые полки и вздыхаю. Ни зефирки, ни мармеладки. Ужас. Взяла еще раз трубочки. Те уже закончились. Ну, в общем, смотрим по сторонам и вокруг, чтобы еще вкусненько взять. Сейчас возьму печенюшки для своих мальчиков. Вот им такие вот нравятся. Внутри с финиками. Они, по-моему, из Саудовской Аравии экспортируют сюда. Сейчас у них акция, при том, что цена стоит как бы регулярная. Ну, чем так у них бывает тоже. Ну, а для себя я возьму халву с писташек. Это она тоже, по-моему, ливанская, если я не ошибаюсь. Ну, вот так. Увидела тут такие же печеньки, вон лимонные, как я брала в другом магазине. Но и тут таких мелких тоже. Посмотри, цена вроде одна и та же. Ну, буду знать, беру на заметку. Тут тоже есть, оказывается. Скоро тут уже будет местная Пасха. Вот они тут кроликов шоколадных повытаскивали. У них тут Пасха ассоциируется кролики, которые несут шоколадные яйца. В общем, жуть страшная. Ну, тоже у них акция на соль была, но что-то в итоге я не нашла, поэтому сейчас, наверное, иду на кассу. Вот я заплатила, что уже упаковала сумку, сейчас вот уже иду в сторону дома. Ну, в общем, все про все мне вышло $33.79. Просто хочу сказать для тех, кто не знает, один канадский доллар, он не приравнится к одному американскому. Один американский доллар это приблизительно 1.35-1.37 канадских. Ну хорошо, мои дорогие, я буду заканчивать видео. Спасибо, что вы зашли на мой канал, смотрите мои видео. Если вы не подписались, пожалуйста, подписывайтесь. Ну вам всех благ и до новых встреч!